озеро Имандра – самое крупное озеро на Кольской земле. Его площадь составляет более 120 километров. В него впадает много рек и речушек, начало которой берут у подножия Хибин. Воды Имандры отличаются своей прозрачностью и низкой температурой. Озеро Имандра щедро делится с людьми своими богатствами. Но, к сожалению, люди не всегда с благодарностью принимают эту щедрость, оставляя на берегах груды мусора. Детская экологическая библиотека приглашает всех желающих принять участие в городском экологическом десанте «День Имандры», который состоится 14 сентября в 12 часов. Ждем вас у остановки «Торговый центр. Берег озера Имандра». Инвентарем обеспечим. Все справки по телефону 7-31-95, детская экологическая библиотека. Озеро наше – частичка природы. Очень нуждается в нашей заботе. Люди, давайте его защищать, светлые воды оберегать.